базовые потребности человека – это вода, кровь, еда и одежда. Поэтому на сегодняшний день мы рассматриваем текстиль как стратегический продукт, и поэтому тесно общаемся сейчас, в том числе с теми компаниями, которые пытаются работать на экспорт. Что из себя представляет международный рынок текстиля? Я не буду очень много уделять времени данной статистике, потому что Михаил уже рассказал, но вкратце скажу. На сегодняшний день рынок текстиля из себя представляет 80% текстиля без рисунка, то есть он никаким образом не частный, это просто либо гладко крашеный, либо вообще не без какого-либо нанесения текстиля. 18% это аналоговые виды печати и 2% это цифровая печать от общего объема. Далее это выглядит так, то есть те 20%, которые с рисунком, это 65% ротационная печать, 25% плоскотрафаретная. Цифровая печать, сублимация и прямая печать занимают всего 6%, это ничтожно маленькие пока цифры, но для тех, кто так или иначе подходит либо к созданию производства печатного, либо же вообще занимается печатным текстилем. То есть это очень хорошая картинка, которая показывает, что рынок аналоговый, гигантский, и этот рынок может спокойно перераспределяться в сторону цифровой печати. Цифровая печать текстильная на сегодняшний день из себя представляет следующие сегменты. В основном это директ-фабрик, печать на рулонной ткани, но есть один из сегментов директ-фабричной печати, который изделием очень популярен в Америке. Большая часть рынка именно директ-фабричной. По видам продукции и по процентному соотношению этот рынок выглядит следующим образом. Для нас более всего интересен, конечно же, рынок модных товаров и одежды, потому что он занимает самую большую долю, и мы себя видим именно от него. Развитие рынка происходило следующим образом, то есть основной производитель ткани это была всегда Европа, следом за ней шел Китай в силу количества населения, но на сегодняшний день в связи с развитием именно цифровой печати появляются новые рынки. Это рынок Египта, рынок Судана, Туниса, очень сильный рынок Индонезии, Таиланда. И это все те государства, которые понимают, что они сейчас могут сделать просто индустриальный скачок. И Россия пока вроде бы в этой же обойме, и, возможно, шансы ровно те же. То есть перейти в новую эпоху, минуя индустриализацию в прошлую, и стать конкурентными на международном рынке. Одежда. Международный рынок одежды. Рост в 2021 году 4% до почти 1,5 триллиона долларов. То есть что к этому подталкивает? Подталкивает короткий жизненный цикл изделий. Как на прошлых выступлениях я рассказывал историю о Inditex, который печатался у нас, и весь цикл от размещения заказа до продажи полного партии составил 11 дней, причем печаталось это в Италии, шилось в Марокко, а продано было в Токио. То есть второе, это рост онлайн-продаж. Конечно же, сейчас офлайн-рынок сильно стагнирует или очень сильно изменяется, и онлайн-продажи увеличиваются. Если кто-то отслеживает статистику, увидели, что Wildberries обошел Sportmaster почти в 3 раза по объему, и сумма оборотов составила 86 миллиардов рублей в этом году. И также мода на ткани из полиамида. То есть сейчас один из частых запросов – это полиамид и изделия. Расход на одежду. То есть я собрал сегодня статистику, посмотрел, как доходы населения и сколько тратится. Есть все шансы, что здесь точно так же рост потребления будет увеличиваться. Какие драйверы развития рынка именно одежды? Это, как я уже говорил, развитие новых центров текстиля, это быстрый рост fast fashion, это конкуренция в ритейле и ее изменения, в том числе онлайн direct to customer. Это reshoring, то есть возврат производств в места ранней дислокации. И индустрия 4.0, то есть это цифровизация предприятий. Также экологический ответственность. То есть до недавнего времени мы понимали, что экология как бы не очень важна, и ничто не как бы принул, наверное, никто не обращает внимания, но если он вспомнит историю двух дней назад на корабле, когда мы общались с одним из лидеров отрасли, буквально прилетел ему штраф на 17,5 миллионов за экологию, 450 миллионов он вложил в очистные сооружения. Наверное, уже не так безразлично всем экологию.
История из Иланова, то есть да. центрального нашего региона. Я выбрал популярный маркетплейс, который на сегодняшний день так или иначе каждый год хотя бы раз пользовался. То есть как дорогие, так и не очень дорогие, популярные, популярные, в том числе китайские. Там, если кто-то опять же следит за развитием на Петербургском экономическом форуме, когда приезжал в Цзиньпин, уже вечером Тимол отчитался о том, что Китай с удовольствием рассмотрит средний сегмент одежды для поставок в Китай. То есть Китаю сейчас не интересно уже, и нет возможности в таких количествах заниматься дешевой продукцией. Рынок Китая удорожается, внутренний рынок растет, поэтому в том числе та торговая война, которая сейчас развязана, она очень сильно бьет по поставщикам многих стран, и Китаю не хватает собственных мощностей, поэтому они сейчас рассматривают в том числе и сторонние поставки. Поэтому для тех компаний, которые рассматривают схему экспорта, это один из потенциальных рынков на ближайший год. На прошлой неделе мы были в Японии с коллегами и видели очень много российской продукции в магазинах, которая продается, которая самая неожиданная, от каких-то игрушек до одежды и еще до чего-то. То есть где написано «Made in Russia». В Китае продуктовый рынок уже сел, дома хорошо продавал, поэтому, может быть, действительно это точно так же можно туда продаваться. То есть примеры продаж онлайн. Наш клиент, Маргарита после меня будет выступать, то есть вот у них есть марка одежды, это относительно недорогой текстиль, который сейчас продается на Валентайнс. То есть пример дорогого текстиля. Вот в следующем году выходит коллекция Каролины Эррера, это весна следующего года. Сколько она будет стоить, я не знаю, но коллекция зима-весна этого года, вот эти платья можно посмотреть, вот стоимость там. Порядка 400 тысяч рублей за платье. То есть я не продаю. Поэтому есть разные модели бизнеса, есть разные модели продаж, есть разные покупатели, но то, что онлайн-продажи растут, это как бы это факт. Цифровой текстиль. Как я уже сказал, цифровой текстиль имеет все шансы на рост, и это не воздушный пузырь, потому что есть четкое понимание у компаний, которые запускают цифровые производства, откуда они возьмут свои клиенты и откуда они возьмут свои объемы. Они их возьмут из имеющихся ротационных и трафаретных рынков, из аналоговых. Почему? Потому что процесс значительно проще, он значительно чище, как с точки зрения самого производства, так и экологии. Он на некоторых этапах он дешевле. То есть если посмотреть некоторые международные отчеты, то в отличие от всех остальных цифровых отраслей, чем выше тираж выпускаемой продукции на цифровой печати, то себестоимость по сравнению с ротацией становится одинаковой, а иногда даже и становится ниже. Плюс новые однопроходные принтеры, которые сейчас появляются у производителей цифровой техники, уже сейчас обеспечивают скорость выше, чем ротационная печать. Ну и вот можно посмотреть образец слева. Это аналоговая печать, где большое количество людей, химические процессы, огромное количество грязи, так называемая цветовая кухня. И справа это предприятие, где стоит цифровое оборудование. Как я уже, в общем-то, сказал, то есть это, и в общем-то Михаил говорил, все говорили уже, аналоговая печать — это один из главнейших загрязнителей, потребителей ресурсов. Переход на цифровую печать позволяет снизить потребление количества воды, количество электричества, количество рабочей силы. То есть есть возможность автоматизации производства, что обычно невозможно в аналоговой печати. Вообще, в принципе, в аналоговых каких-то производствах. То есть это положительное влияние на кожу. Например, в прошлом году, когда мы разговаривали с коллегами из Узбекистана о том, что, в принципе, даже сейчас уже цифровая печать на некоторых видах оборудования может быть сопоставима по стоимости с крошением, они говорили о том, что не очень симпатично, например, на рубашках пола выглядит белая подложка, не закрашена. Но вот сейчас я видел уже несколько маркетинговых программ и несколько продвижений, когда именно речь идет о том, что если вы видите белую подложку, это как раз признак, да, цифровой печати, но это как раз хороший контакт с кожей и защита экологии, в отличие от того, что когда подложка двух народ закрашена и где-то слита там много-много грязи и использовался, может быть, там детский труд, что-то еще. То есть что дает цифровой текстиль? Цифровая печать дает неограниченный выбор дизайнов,
неограниченный выбор, персонализация. Персонализация – это очень важный момент для как раз продаж, в том числе через онлайн, и в том числе на экспорт. И сейчас чуть попозже покажу один образец, там немножко уже из другой отрасли, то есть это некие виды операции, но это тоже очень интересно. Значит, вот возможные виды какой-то кастомизации необычного подхода. То есть капитализация на каких-то выборочных деталях, какие-то нестандартные дизайны, сложные дизайны. Для тех, кто так или иначе пытается открывать производство или пытается работать с стилем, стоит обратить внимание на те сегменты, которые более всего подходят для цифровой печати. То есть это в первую очередь само полотно для, и трикотаж для производства одежды, это спортивная одежда или fast fashion. То есть те сегменты, которые сейчас растут, ну, в общем-то, примерно то же самое. Например, текстиль для производства одежды, он один из первых. Это результаты опросов компаний и тех трейдеров, байеров, которые занимаются текстилем. Индустрия 4.0, то есть это суть цифровизации отрасли, то, о чем сейчас говорится в Синпроме и Минпромторге, и сами компании об этом задумываются. Это ровно тот инструмент, который может позволить российским компаниям, в принципе, появиться на современном рынке, появиться на международном рынке и перейти в некую постиндустриальную эпоху. Мы поставляем оборудование, поставляем различные решения, и так сложилось, что с июня этого года я еще возглавляю всю индустриальную часть Коники Минольфи, поэтому вынужден заниматься не только текстилем, но еще и другими направлениями. Очень интересная была на вот заизимке статья HP Hugo Boss Solutions. Их реализация для их подразделения Google Street. Сейчас им часто пишут о том, как они внедряют инструменты индустрии 4.0 в своем производстве. То есть, ну, я как бы обратил на это внимание. Мы со своей стороны в текстильном оборудовании много уделяем внимания разработке головок, самих принтеров, чернил, их анализа, но также, вот, например, удобству работы с принтерами. То есть, во-первых, это вся работа ведется через планшеты или телефоны, через дисплей. И при покупке разных моделей принтеров для работников нет сложности управлять одним и другим, потому что интерфейс всегда одинаковый. То есть есть некая забота. Да? То есть очень много работ ведется над собственным производством головок, на их исследование. Очень много работ ведется над чернилами, над их цветостойкостью, над их плотностью, на сертификации, то есть каждая партия рекомендует чернил сертифицирована по сертификату ГОЦ. Это моя миссия, как я вижу ее для рынка. Само оборудование, которое мы поставляем, то есть это начальная модель Messenger 8, которая популярна в большей степени на тех рынках, которые близки к клиенту. Весь японский рынок практически покрыт этой моделью. Они не работают, в основном работают на рынке, они как раз работают на внутреннем рынке. Messenger 10 – это универсальная модель, которая распространена в разных странах, в разных сегментах. И однопроходная печатная машина, которая позволяет печатать уже сопоставимо со скоростью аналоговой машины. И, как я уже говорил, вот все решения, которые сейчас так или иначе в моем видении, и которые мы пытаемся успешно продвигать, то есть это текстильное направление, это направление лейбл, которое сейчас мы продвигаем для маркировки, это Curio Wedge, форматная печать для аксессуаров, это Curio Jet TM1 MGI для упаковки, вот хороший был пример, мы делали для, по-моему, калибра мероприятия, мы делали платки разные, броши и коробку с нанесением цифровой печати и лакирования. Для чего это было сделано? Летом мы столкнулись в Узбекистане с таким интересным моментом. При обсуждении покупки этого оборудования клиент, покупатель, очень сильно сомневался в том, что он сможет его загрузить. И я предложил ему познакомиться с текстильными предприятиями, у которых есть потребность в дорогой упаковке, потому что они выпускают очень дорогую продукцию на экспорт, но не могут качественно ее продавать, потому что нет хорошей упаковки. Они познакомились, и эта идея всем понравилась, и тем и другим. Вот сейчас я еду на следующий день на русский в Узбекистан, и параллельно с этим у нас идет запуск первого формата MGI стоимостью 1 000 000 евро в Узбекистане. То
То есть это первая машина подобного рода, которая будет печатать цифровое фольгирование и упаковку. Также два еще интересных момента, которые есть, это непечатное оборудование, это камеры Mobotics, которые распознают, с очень сложной системой распознавания объектов и лиц, то есть мы планируем внедрять это в построение новых цифровых предприятий, камеры, которые позволяют отслеживать работников на своих местах, работников со средствами безопасности, в касках, там, например, прочее, и сигнализируют о том, что там, оборудование не может быть запущено, пока не будут выполнены какие-то нормы. И второе – это техническое обеспечение с помощью очков дополненной реальности, которые мы планируем использовать для дальних регионов, чтобы наши инженеры не выезжали, например, в тот же Ташкент, а клиент мог удаленно, одевая очки дополненной реальности, общаться со службой поддержки по интернету. Шоурум. У нас есть шоурум в Москве, это Черника Принт. Можно посмотреть оборудование в Китае, можно посмотреть в Италии в Комо большой шоурум. И также сейчас готовится к запуску первое крупное предприятие в России, полностью цифровое. Это компания Ditec Ступина. После меня выступает Маргарита, она расскажет об этом. То есть я думаю, что в каких-то исключительных случаях они готовы будут с кем-то обсудить показ оборудования. Наш стенд Banner 6, там есть все образцы в чате, вы можете прийти посмотреть, пообщаться, меняться визитками. Все. Спасибо, Максим.